имени Филипп Хаттер. Мы ведем трансляцию из временного штаба, расположенного в центре искусств Джареда Смита. Нам сообщают, что пожары в западных районах города усиливаются. Жителям западных районов рекомендуется соблюдать осторожность. Если огонь приблизится к вашему дому, эвакуируйте семью в ближайшее убежище. Еще раз передаем адреса убежищ, организованных военными. Полицейский участок номер 22 на Эллингтон-авеню 239. Старое здание муниципалитета на Милл-стрит 55. Центр искусств Джареда Смита на Кинг-стрит 26. Просим всех приносить с собой любые припасы. Нам катастрофически не хватает продуктов питания, воды, одежды, батареек, фонарей, оружия и боеприпасов. Это был Филипп Хадсон. Напоминаю, что мы будем выходить в эфир каждый час, если это будет возможно. Ah!
Это был Джо Грант с рассказом о том, как изготовить доспехи из подручных материалов. Спасибо, Джо. Я займусь своей броней вечером. А сейчас мы хотели напомнить нашим слушателям, что в западных районах города по-прежнему бушуют пожары. Просим по возможности избегать этих районов. К другим новостям. Мы постоянно получаем сообщения от мистера Кауфмана о городе живых. Сегодня днем мы взяли интервью у мистера Кауфмана, и он подтвердил, что защитный периметр города завершен и эффективен на 100%. В данный момент все усилия направлены на зачистку действий зомби. Готовятся транспортные средства и перевозки граждан в это безопасное место. Как всегда, мы будем держать вас в курсе событий.
Mm-hmm.